Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами поговорим о магнитных бурях, а именно расписание магнитных бурь на август 2017 года. Магнитные бури опасны не только из-за негативного влияния на здоровье людей, но и из-за своей непредсказуемости. К счастью, современные технологии позволяют метеорологическим службам отслеживать активность Солнца. Август будет спокойным, ведь ученые прогнозируют продолжение спада солнечной активности. Сейчас наше светило находится в таком состоянии, когда бури слабы и редки. Несмотря на то, что это негативно отражается на климате и его стабильности, есть и позитивные стороны – это хорошее самочувствие людей. Магнитные бури в августе. Начнется месяц очень хорошо, но начиная с 5 числа будет кратковременный и резкий всплеск солнечной активности. Он будет свидетельствовать о том, что возникнет сильный резонанс в магнитных слоях. Будет буря первого уровня. Она нахлынет быстро, поэтому ее можно назвать легкой и не особо разрушительной. Постарайтесь в этот день поменьше работать и не перенапрягаться после обеда. 5 августа возможно появление эмоциональной и психологических проблем, а также обострение хронических болезней. Буря будет ощутимой для 10-15% населения Земли. Далее, 17 и 18 августа будет сильное возмущение магнитного поля, которое, однако, может лишь немного повлиять на вашу работоспособность. Все будет в порядке почти у каждого человека, за исключением чрезмерно эмоциональных личностей, которые расстраиваются из-за каждой мелочи. В эти два дня лучше не придавать слишком большого значения несущественным проблемам. Возможно также возмущения в конце августа, но они не будут настолько сильными и заметными. Следите за изменениями активности и обращайте внимание на метеорологические сводки о том, каково текущее состояние Солнца. Когда речь идет именно о здоровье, то метеочувствительным людям необходима двойная осторожность. Чтобы все было хорошо, нужно помнить о том, что любые прогнозы не всегда могут быть точными по времени. Следите за солнечной активностью постоянно. Итак, обратите внимание на магнитные бури в августе, а именно обратите внимание на 5 августа, а также 17 и 18 августа. Будьте очень внимательны и бдительными. Я вам желаю удачи. Услышимся в следующем видео. Лайкайте, рассказывайте друзьям. Пока-пока!